Стив Беннон, бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа, приговорен к 4 месяцам тюремного заключения за отказ сотрудничать с законодательным комитетом, расследующим нападение на Капитолий 6 января 2021 года. Судья федерального суда также назначил ему штраф в размере 6500 долларов. Под крики «предатель» Беннон объяснил, что уважает это решение, и пожаловался, что его часами подвергали допросам в рамках других расследований, и он, как никто другой, содействует правосудию.